Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. После того, как разработчики в очередной раз недавно поделились с нами планами по поводу суперкораблей в рандоме, у многих игроков, в том числе и у меня, возникли справедливые опасения за судьбу кораблей восьмого уровня, которых эти супера, как нам казалось, могут встречать в боях и унижать. Поэтому этот вопрос поднимался и в нашем Дискорде. И вот недавно разработчики на него дали ответ, из которого следует, что суперкорабли будут учитываться матчмейкером иначе, чем обычные десятки. Все подробности пока неизвестны, ими с нами поделятся позже. Кстати, как только, так сразу сообщу, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Но уже точно известно, что корабли восьмого уровня не будут встречать суперкорабли в боях. Точно так же, как семерки обычно не встречают десятки. Единственный способ для восьмерок встретиться с суперкораблями – это выйти в бой отрядом из восьмерки и корабля девятого или десятого уровня. Вот это уже точная информация. Ну и соответственно можно предположить, пока это только мое предположение, что девятки будут встречать суперкорабли тоже не постоянно, а по некой особой схеме, которая сейчас, например, действует в отношении частоты встреч кораблей восьмого уровня с десятыми. Я уже написал об этом разработчикам, и они обещали позднее дать более подробные разъяснения. Так что повторяюсь, что насчет девяток пока это не точно, и лишь мои предположения, основанные на логике. Но уже точно известно два момента. Первое – это насчет восьмерок и суперкораблей. И второе – что суперкорабли будут учитываться матчмейкером как-то особо. И все это несколько сглаживает их возможность угнетения кораблей более низких уровней и дает надежду на то, что не все так страшно, как кому-то могло показаться. Надеюсь, немного вас порадовал. А скоро наших подписчиков порадую еще больше целой серией розыгрышей для них премиум кораблей по случаю пересечения нашим каналом отметки в 10 тысяч. Следите за эфиром. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.